Lagger, lagger. Pump up faith in the keyboard jammer. I've got more trust in this kitchen stabber. Lagger, lagger, lagger. Джон, however, goddamn. Йо, чувачки, наконец-таки видео за компьютером на новом местечке. I'm sorry. What's poppin', my boys? Руздрил. Все прыгают на дрил, на дрелях все, да, все сверлят, you feel me? Все прыгают на дрил, и я думаю, почему бы вам не показать немножко Англии, чувачки, you feel me? Это будут такие рандомные треки, то есть что-то я не захочу, супер популярное я тоже не захочу. Ну или немножко захочу я популярного, а именно Тиша и Бекки ремикс, чуваки. Кому-то из вас уже показывал этот трек, сейчас я его уже не особо слушаю. Но, чуваки, если вы его не слышали, это must have. Oh my god, look at that bumper. What the bumper? It's insane, very... Секси. Рас Миллинс, это чисто я, это чисто я. Скинь джинсики. Ну, вот пуховичок Монклер осталось купить, и that's what's up. Ну и тачка сзади тоже у меня такой нету. Very sexy, Keisha, Becky. Fit like 10 bags in a merry pockets. I love this shit, I can't stop it. Baby, arch up sexy, yeah, Lee. Йоу, вот это движение, goddamn, goddamn. Быстренько, кстати, пока вспомнил, Рас Миллинс вообще ввел вот этот танец Ган Лин. Кстати, Лил Кристал даже в Air Force Ones, наверное, делал Ган Лин. Вот это движение. Ган Лин, Ган Лин on the beat as well. For everyone, boys and girls. Left, right, left. Right. Я смотрел америкосов, даже у американцев, они половину треков дриловских не понимают, что говорят англичане, потому что у них очень много сленга. Я в целом английскую речь понимаю, типа в Великобритании такой у них прям другой акцент, такой английский прям. Вот. А американский английский, ну, там вообще проблем нет. Так вот, у них очень много в дриловских песнях, да и в грайме тоже очень много сленга, и чисто такого британского. И поэтому многие не понимают, что они поют иногда. В любом случае, давайте вернемся к Keisha Becky. Это такой супер-супер популярный трек, типа там 43 ляма. Но тем не менее, чуваки, невероятно клевый трек. Чуваки, как тут рывается H? God damn. Both hands on the back when I tap it, grab it and slap it. Becky a savage. Let me show you a magic trick. You can have this dick after that man vanished. Я покажу тебе магический трюк. Ты можешь взять этот член, после этого пацанчик пропадет, типа волшебство. Чуваки, H, вот я после этого трека с ним познакомился, вообще, сейчас один из моих любимых артистов. Этот babyface, это преимущество, но я покажу этой девочке, кто тут настоящий мужчина. Тион Вейн, чуваки, это еще один из самых популярных дрилов, вообще, один из самых популярных рэперов в Великобритании. Чуваки, мне вот так нравится дрил, потому что, понимаете, вот он меня заряжает эмоциями. Просто мне давно так, типа, музыка не вставляла. Pause. Oh my god, посмотрите на этот бампер. What a bomba. Что за бомба, чувачки? Это дрил, ну, не знаю, для всех ли вас, но... That's what's up, тоже неплохой трек, you feel me? Brother sit in the park and burst my shots, cause Amy's bit is flaming hot. It's lit down youth in court, my solicitor knows what the man them's on. If we ain't cool... Чуваки, движение клевое в дриле. Я не помню, где я его видел, но мне оно очень нравится. Cause Amy's bit is flaming hot. It's lit down... Но тут не особо подходит, я понял. Bang off the life coon, then duck from the pookies. OT trick flip, got my legit skin too drunk. Как вот Unknown T, короче, очень круто двигается, я его показал Гоша. Unknown T, вот эта движуха, короче, фишка с руками очень крутая. Сейчас я вам покажу. Тоже посмотрите Unknown T, Frosty. Вот смотрите на Гэйрен Дэйли. Вот смотрите, как он двигается. Видите? Эти PSD ждут меня около моего входной двери. But I know too. Я не разговариваю, типа, я не крыса. Посмотрите вот эту рубрику. Во-первых, Гэйрен Дэйли, очень популярный, наверное, самый популярный в Англии YouTube канал. Там каждый второй ролик заебись, чуваки. И вот у них есть рубрика Гэйрен Дэйли, где, типа, а-ля FFM Freestyle, только англичане приходят. H,
Эйч тоже очень клевый выпуск с Гарем Дели. Я не хочу, знаете, я могу сидеть вообще, типа, ну, час-два слушать эти треки. Я хочу просто, чтобы видео получилось эмоциональным, быстрым таким и сочным. Поэтому, чуваки, двигаемся быстро. Тиан Уэйн, Дачи Вэлли, Стормзи, Арно. Дачи Вэлли — это просто разъеб, я вас познакомлю с ним сейчас. Is that your girl in my coop? I don't know. Girl — это типа девчоночка. Он говорит типа, сколько девочек в этой комнате? I don't know. Потом говорит, это твоя девочка в моем купе? Ну типа в моей тачке купе. I don't know. Don't got the whack, no safety. Lauren, Stacy, Mad Mix, crazy. Who dip up niggas daily? Should I cuff me spy big? That's me in Edmonton. But I heard they got police intelligence. Told him no chef, cause he's a... Пиздец, такой вайб, чуваки, такой вайб. God damn! И у Тиан Уэйна вот эта прикольная тема с... Чуваки, это Дачи Вэлли. Damn! Это младший брат Стефлан Дон. Смотрите, тут Тиан Уэйн. Для клипа прямо, для клипа видно. Смотрите, он прям сейчас толпу будет нагонять. Типа, давайте, давайте, чуваки, больше шума, смотрите. Уже поздно было, все заебались сниматься, наверное. Потрогай мои часы, ты что, хочешь умереть? Чуваки, Стормзи тоже очень крутой чувак. Да, Дачи Вэлли, чувачки. Вот это, кстати, совсем недавно вышел клип. Чуваки, я не буду врать, я вот этот пуховик хотел купить CP. И сейчас он есть в России, блин. Не факт, что я его куплю, короче, ну просто очень много он стоит. Просто я хотел его и потом увидел его у Дачи Вэлли в клипе. Чуваки, вот этот момент, это просто пиздец. Он, смотрите, он сначала смотрит в камеру и потом резко под трек уходит вниз. Я не знаю, мне вот этот момент, никто меня почему-то не понимает из друзей, но вот этот момент мне просто пиздец как заходит. My nigga, that's cool with me. But you and me, you be singing like Jodeci. Black suits, black keys. Черные костюмы, черные купе. God damn, чуваки, ты смотришь на них и это, shit, чуваки делают дела. Damn. Тоже посмотрите на этот стиль, все выдержано, все четко. Денежки летят, you feel me? Вот этот переход. Чуваки, гели кламба. God damn. И этот клип, чуваки, тоже Дачи Вэлли. Only if you knew. Don't do four packs for the loot. Чуваки, вот этот стиль, пиздец. Мне нравится, что все в таком, типа, темном. И он преобладает, как бы, для клипа тоже разъеб. И в целом, прикиньте, такой разбойник идет, просто пиздец. Огромный тип. Блин, и дрил биты — это тоже что-то вообще отдельное, чуваки. Чуваки, вот это место просто пиздец. Он говорит, я видел, как моя мама плакала слезами счастья, когда я ей сказал, что перестал торговать белым, типа кокаин перестал продавать. И потом он говорит, конечно же, я соврал. Жесть. I see mom cry tears of joy last night when I told her I don't sell white. Of course I lied. В английский дрил — это, конечно, невероятное что-то. Это прям свой собственный вайб, который никому, наверное, не повторить. Но при этом и в Америке хороший дрил. И сейчас пацаны типа начинают в России делать дрильчик. Хочу вам показать 5-4 in 13 going on 30. Такой совсем нестандартный дрил, но мне тоже этот трек очень нравится своей необычностью. Насколько он на простом вайбе, короче, заходит в трек. Те пацаны сдались, типа, ну, перестали в меня верить. И тебе никогда не нужно переставать было в меня верить. Life is a bitch. I get you bitch smack. Он весь в супер спокойном вайбе. Жизнь — это сука. Я твою суку стуку. Big bag. Five Way Foreign просто подходит к девчонке и говорит, конечно же, ты хочешь, чтобы я тебя трахнул, но я сфокусирую на более больших делах, типа, я разрешу тебе потрахаться, когда я вернусь. Бля, жесть.
I've been locked on, I've been with you. Island front, Everywhere I go with a gun. Every case I caught, I go on a rock. Кстати, в начале клипа сказано, что типа все оружие в этом клипе это не настоящее, но все мы знаем, чуваки, что это настоящее оружие, come on. Смотрите, и вот весь клип такой выдержанный, мне нравится, как он в роллсе сидит. Мне нравится, насколько он все спокойно такой движухой подходит. Очень много свега в этом клипе. My life in a blender, Видите, он рассказывает, что терял свою хату, что все плохо, что типа никто не может, ну, полностью в долгах. Короче, урвался, видите, сейчас Five Fro нормально так стреляет на американском рынке в фильме. Закончу я поп-смоком, чувачки, закончу я поп-смоком, флексинг. Не знаю, возможно, вы кто-то не видели этот клип, трек, но он тоже такой очень вайбовый такой прямо. Тут прям, знаете, тут очень похоже на английскую движуху, вот в плане гетто таких моментов. Потому что тут он еще не стрельнул. Это пахнет Англией, но это уже Америка, и это видно. У него вот тут такой текст, чуваки, вот понимаете, он ту-ту-ту-ту, вот Pop Smoke, он, знаете, он как будто стрелял вот так прям автоматика. Каким Томпсоном, я не знаю. И, чуваки, вот мне нравится этот свек, вот понимаете, я через видео могу понять, что как будто, может быть, это немножко странно будет звучать, как вот Pop Smoke пахнет дорогим одеколоном, и вот он идет в этом Монклере и в фильме, от него пахнет так прям вот мужской такой хуйней, не потом, обязательно каким-нибудь YSL-ом. И, короче, вот в этом что-то есть такое крутое, и типа... Я тоже, короче, теперь прыскаюсь духами. What the fuck? Моя тёлочка экзотичная. Я не трогаю руками руль, когда я паркуюсь, потому что у неё типа Тесла, какой-то электромобиль. Короче, чуваки, rest in peace, Pop Smoke. Не перестану грустить о том, сколько бы всего он ещё мог добиться. Но, чуваки, со всеми, типа, вот такими смертями... Говоришь, по сути, одно и то же. Естественно, жалко, естественно, неприятно, что так получилось. И, ну, уже ничего с этим не поделать, к сожалению. Чувачки, дрильчик. Немножко поплексили мы. Напишите мне, какие вам треки нравятся. Если вы, возможно, супер какие-нибудь фанаты. Дроп, все рэперы попадают в рай. Еще 2-3 дня максимум будут приниматься заказы. Так что, чувачки, если хотите, это ваш последний шанс. Всем вам спасибо огромное. Что еще хотел сказать? Что подписывайтесь на мой Twitch-канал. Он будет, наверное, в описании. Ну, Джон Хауэр, короче, он... Я, скорее всего, туда сейчас опять буду возвращаться время от времени, может, там 2 раза в неделю мы будем заходить, слушать последние релизы. Возможно, я сделаю так, что мы в пятницу, то есть с четверга на пятницу дропаются релизы, мы в пятницу сидим с вами и слушаем музыку, и потом я реакции заливаю на второй канал. Посмотрим, короче, что будет, но в любом случае подпишитесь, я думаю, ну, типа, ничего, в принципе, не изменится, да, ничего от вас не убудет, чувачки. С вами был Джон Хэр, слушайте грамотную музычку, качайте и раскачивайте.